Всех приветствую, друзья, в эфире Телегид, а это значит, пришло время узнать, как провести время вместе с нашим каналом. Впереди 6 рабочих дней, но это далеко не повод для печали. ЛРТ поможет вам справиться с повседневными трудностями. Что и когда посмотреть, расскажу я, Анна Троян. В начале недели смотрим финал «Хмурого», а уже в среду встречаем не менее захватывающую премьеру. «Бездна» окунет вас в мир детективного криминала. Варламов работает в специальном подразделении милиции, раскрывает серийные убийства, которые совершают люди с отклонениями в психике. Когда обычные методы не работают и следствие заходит в тупик, в игру вступает он. Изучает каждый шаг преступника, чтобы предотвратить новое преступление. Интригующие подробности смотрим по будням в 14:00 и 21:00. Кто из вас согласится участвовать в нашей операции? Мужики, немного ли хотите? Мы хотим, чтобы ваши дети были в безопасности. Мы имеем дело с человеком, который не отступится. Мы не просим решить прямо сейчас. Нет, 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 так не пойдет. Мне нужно решение сейчас. Сегодня. А в пятницу вечером, мои друзья, проведите время с пронзительной психологической драмой. Гарантирую, спецэффекты не дадут вам оторваться от экрана. Три влюбленных пары разного возраста анализируют свою жизнь и отношения, зная, что через несколько дней может наступить конец света. Их жизнь состояла из, казалось бы, неважных мелочей. Все это было повседневным и казалось таким обыденным, но сразу приобрело ценность и вес, когда герои поняли, что все эти моменты могут стать последними. Как герои проведут последние дни? Увидим 8 июня в 22:00. Моя жена, она там ждет доктора Хендерсона. Ее отключили от системы жизнеобеспечения. Мы ждем, Сара. У нас чрезвычайная ситуация. У меня чрезвычайная. Вы понимаете, это срочно, Сара. Она умирает, а доктор уже 3 часа пьет кофе. В течение недели в городском округе Люберцы было много событий. Не пропустите все самое важное в нашей программе «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут интереснейшие репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и воскресенье в 10:00 и 19:30. Мы находимся в самом центре нового тела Тарбиевского полигона. он представляет собой слоеный пирог. 2-метровый слой уплотненного мусора чередуется 20-сантиметровым слоем грунта. В конце своего жизненного цикла новое тело Тарбиевского полигона будет хранить порядка 4 миллионов тонн мусора. Номинант на премию «Оскар» 2016 года. Мелодрама с глубоким смыслом. Все это ждет вас в ленте «45 лет» в субботу. Кит и Джефф готовятся отметить 45-летнюю годовщину свадьбы. Они так давно вместе и так близки друг другу, что кажется, будто прожили одну жизнь на двоих. Но оказалось, что это не так. Кит не знала, что за несколько лет до встречи с ней у Джеффа была другая любимая. Во время их путешествия в швейцарских Альпах она погибла, сорвавшись со скалы. И вот теперь, за неделю до большого торжества в дом Меркеров, пришло письмо с сообщением о том, что ее тело нашли в ледяной пропасти. И что теперь будет? Узнаем 9 июня в 22:00. Может, лучше отменить праздник? Ни в коем случае. Нам обоим это трудно. А я всегда ненавидела праздники, и я даже день рождения не отмечаю. Нет, 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 праздник нужен. Это очень важная вещь. Вспомни, как Джордж вел себя на нашем юбилее. Как он плакал. И не только во время речи. А в воскресенье вас ждет марафон сериала «Людмила». Правдивая история о жизни легендарной Зыкиной. Ее знают во всем мире, у нее миллионы поклонников, для которых она настоящая русская народная душа. Сериал познакомит нас с судьбой дивы. Все от детства и становления актрисы как величайшей певицы и до ее последних дней. Сразу 4 серии смотрим, начиная с 14:15. Воскресенье. Ой! Ведра поставила, не пройти! Пол до сих пор не вымыт! Ты что орешь? Ты что мне ребенка пугаешь? Пошла бы лучше картошку почистила! Картошку, картошечку мою! Картошку? Все!
Я здесь больше не живу. Ну ты же мой хороший. Вот так подружка, скажете вы при просмотре ленты в воскресенье. Итальянская комедия точно поднимет вам настроение. Франческа и Клаудио – молодые, красивые и успешные. Друзья, не разлей вода уже много лет. Между ними нет абсолютно никаких секретов. Они любят весело проводить время и дурачиться, как малые дети. У Клаудио даже есть ключи от квартиры Франческо, куда она может заглянуть в любое время. Но однажды девушка знакомится с Джованни, и тот принимается настойчиво за ней ухаживать, а вскоре уже зовет замуж. Как обернется тогда их дружба? Увидим 10 июня. У меня в 20:30. Вы красивая девушка, и, насколько я знаю, очень умная. Вы можете делать, что хотите. Послушайте, вы еще молоды. У вас вся жизнь впереди. Ой, посмотрите на него. Пришел читать мне нотации. Я все записала. Вы мои свидетели. Клаудио, Франческо, уберите отсюда этого клоуна, или я опять сорвусь. Серьезно. На этом наш выпуск подошел к концу. Но это далеко не повод переключаться. Впереди на ЛРТ обязательно будет что-то интересное. А еще советую почаще заходить на наш сайт www.lrt.tv и подписывайтесь на нас в соцсетях. Тепла вам и солнечного лета! С вами была Анна Троян. Пока-пока!